Темно. Вот. Как должно быть. А вот как не должно быть. Первое знакомство с молоком. Бля, он весь в молоке. Это тоже весь. Седой тоже весь в молоке. Седой! Это тоже весь в молоке. Тоже в молоке. Седой вообще красавец, весь в молоке. Сейчас кошка вымоет. Саша, осторожно сзади. Так, а это тут что-то пытается жрать активно. Это кто, кошка или кот? Не знаю. Сык, Паша, Лёва, то есть, дайте. Они сами под ноги бросаются. Да вот мы их раздавим. Вот чем все кончится. А мне потом как вот это вот отмывать, вот это вот молочные вот эти вот... Пятна. Углядеть. Ну давай туда еще залезь. Котёт у мамы молоко. Так, внимание, папа, сзади дети. Ксюхины дети? Ксюхины Ах дети. Вы Ксюхины дети. Откуда Бля, все в молоке. Это видно здесь в молоке. Седой куда-то убег. Седой. Седой. Ну покажись, какой ты в молоке. Когда тебя уже наконец помоют, это тоже в молоке. Идите, а он не испачкался. У него только на это здесь чуть-чуть и все. Это тоже кот? Не пошел. По весу. По размеру, да. Явный кот. Ну у кого до сих пор такие мокрые лапы? Да может по-новому уже влезли. Давай, Ксюха, их тоже съедай молоко, чтоб не пропало. Побежал. Что такое без меня жрут? Ну-ка, дайте мне мое молоко. Гля, гля, он об тряпку трется. Он об тряпку трется. Смотри. Мама, в тряпку. Я не знаю, что это значит. Какое-то странное движение было. Подбегает к тряпке. Наверное, какой-то чистоплюй. Решил. Он умываться пытается. Да нет, не надо. Да что ты, он же лапой. Так, Лёва, забирай, вон лапой в лес. Возьми его. Ему надо лапу вытянуть. Хороший. Так. Ух вы. Ух вы. Лапу вытирайте. Он вот этот, который Лёва принес, он только что лапами в лес. В миску. Прям толстый. Седой. Седой. Сам убежит. Седой, тебя все никак не помоет. Ты все в молоке. Ты что пытаешься? Пол лизать? Ты же не пойму, откуда пахнет молоком. Может его вытереть вот так? Ну, вытри. На лбу. Ну чего ты боишься? Все. Он был тряпка грязная. Да глядите, одному котенку на месте не сидится. Все, он в чашку влез. Всеми лапами. Лёва, Лёва, забирай. Лёва, ты его чуть не задувил, не задавил. Так, надо молоко убрать, потому что вот этот товарищ уже опять. Без ума от него. Или товарищ убрать. Слушайте, мы их затопчем. Лёва, не ходи ты, ради бога, а. Ну ты идешь, ты сзади не видишь ничего, ты его раздавишь, будешь потом всю жизнь рыдать. Фига у него скорость. Придурки. Кто? Они все. Чего они так бегают? Они маленькие. Не седай, что-то все нюхает. А чем Паша занимается? Да в телефоне сидит. Ну, на место быстро отсюда. Мы сейчас бытовки закроем. Будете там дичать. А что ты смеешься? Это лучше, чем раздавить их. Не надо. Сейчас мы их на место посадим.
Так они сейчас узнают, что ты думаешь, они оттуда не вылезут, что ты как маленький тоже. Папа, осторожно, у нее под коленками. Вообще вот скорости такие. Только что ходить не умели, уже шарашат. Чук, иди собирай их там у всех. Вон, у меня у одного это, ворот. Я тебе буду... Вот иди свинарник вот этот убирай. Не надо туда их, не надо, они все, они уже... Да, умываются, сидят вот оба. Вот еще одного чуть не задаю. Лёва сзади, Лёва сзади. Кот. Сидят, умываются. Не, седой красивый. Да. Спокойно. А почему я должен это свернуть? А кто?